Охота пуще неволи. Художник-аматор из Новоайдарщины презентовал свои работы в Белокуракинском краеведческом музее. Владимир Кравченко – юрист по образованию, художник по призванию. Картины пишет не так давно. Главная сюжетная линия его выставки – это охота. Как говорит сам автор, все его работы пропитаны любовью к родине и эмоциями охотника. Елена Зверхановская посетила открытие выставки и расскажет подробнее. Этот седой мужчина в костюме – художник-самоучка Владимир Кравченко. Аматор рассказывает, рисовать начал не так давно, 3 года назад. Свои первые пейзажи создавал на стенах гаража, сарая и на детских площадках. А потом попробовал писать картины на холстах. И у него это получилось. Все его работы пронизаны одной темой – охота. Я всю жизнь в охоте. Душой прикипел. Показать охоту не как убийство, не как уничтожение, не как там только сделать хорошо себе любимому. А что это искусство? Что это искусство? Любовь к природе, любовь к животным, в первую очередь. На создание некоторых картин Владимира вдохновила песня его тезки Владимира Высоцкого «Идет охота на волков». Всего же на выставке было представлено 23 картины. Как говорит сам автор, все они пропитаны любовью к родине и эмоциями охотника. Я еще морскую тематику хочу, но вот еще у меня сколько идей по охоте, она еще, ну, нам далеко не вся показана, не все виды, не все направления, не все животные и птицы. Рисование, признается Владимир, стало для него воздухом, без которого жизнь невозможна. Это, наверное, ну как дышать, как жить, как дышать, потому что любая свободная минута, я уже, потому что, наверное, это самовыражение. Наверное, да, уже возраст, который, ну, накопил как аккумулятор, но его же надо когда-то и отдать. Вот то, что накопил в себе, показать ее, вынести на люди, чтобы она осталась. Немножко раздвинуть рамки общения между двумя соседними районами, приобщить людей к искусству, прекрасному и, конечно же, презентовать свой Айдарский район в нашем Белокуракинском районе. И чтобы имя Владимира Кравченко узнала не только Айдарщина, но и Белокуракинский район и в дальнейшем вся Луганская область. Посетителям выставки увиденное очень понравилось. Говорят, эти картины лечат душу. Дуже сподобалось и хочется, чтобы якомога больше людей пришло и подивилось на эту красу. И что-то такое теплое, какое-то доброе вынесли из этой выставки. Посетить эту выставку в Белокуракино можно будет до конца апреля, после чего она переместится в другие города Луганщины – Рубежное, Кременную и Северодонецк. Елена Зверхановская, Юрий Ромасюк, Подія.